Здравствуй, Илья. О чем расскажешь нам в преддверии выходных? Привет, Татьяна. Выходные на этой неделе непростые. Большая часть мероприятий посвящена 72-й годовщине со дня Великой Победы над фашистской Германией. Так, 6 мая в 9 часов утра состоится божественная литургия в Георгиевском храме на Советском проезде. А в 11 часов пройдет церемония возложения цветов на Аллее Славы. В этот же день на территории Видновской школы ДСАФ можно стать как участниками, так и болельщиками соревнований по фигурному вождению мотоцикла. Мероприятие также посвящено Дню Победы. Начало регистрации участников в 11:00. Соревнования начнутся ровно в полдень. 8 мая состоятся различные памятные мероприятия во всех поселениях района. Так, в селе Остров торжественный митинг начнется в 10 утра, а в деревнях Горки и Белеутово в 11:00, в деревне Коробово в 11:30. Былых героев не померкнет слава. Праздничное гуляние под таким названием состоится на хуторе «Казачий дозор» в деревне Горки. Начало в 11 часов. Праздничный концерт для жителей села Молоково этот день Победы начнется в 18:00. Теперь переходим непосредственно к мероприятиям 9 мая. В 8:30 благодарственный молебен и панихида в Георгиевском храме соберут верующих, чтобы помолиться о тех, кто не вернулся с войны, и тех ветеранах, кого сегодня нет среди нас. В 10 утра все желающие смогут посмотреть трансляцию с военного парада Победы на Красной площади в Москве, а уже в 11:15 начнется торжественная церемония возложения цветов к вечному огню на Аллее Славы. Продолжатся праздничные мероприятия прохождением бессмертного полка. В 12:00 акция пройдет сразу в нескольких местах Ленинского района. На Советском проезде в Видном, в поселке Измайлово в Горках Ленинских, в Молокове и в Развилке. Дневные концертные и игровые программы состоятся в Расторгуевском парке. Начало в полдень, в 12:30 у кинотеатра «Искра», в поселке Володарского в 15:00, в Развилке в 6 вечера. Большой вечерний праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы, начнется у кинотеатра «Искра» в 19:00 и закончится фейерверком. Обязательно посетите праздничные мероприятия в своих поселениях, ну или приезжайте в Видное. День Победы – наш общий праздник. Спасибо, Илья. С Днем Победы тебя. И тебя, Татьяна.